Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас отреагирую на песню группы Stray Kids, песня называется Mountains. Только что отреагировал на Джем, а теперь вот еще одна песня с этого же альбома. Она вышла чуть пораньше, но ее просто как-то умудрился не заметить. Такое бывает, слава богу. Мои спонсоры замечательные с канала, с чатика, которые меня поддерживают на Boosty, и поэтому есть чатик, в котором мы все общаемся, они мне такие: Михаил, Mountains, по-моему. Или мне в комментариях написали. Я уже, честно говоря, не помню. Помню сначала в чатике, а потом в комментариях. Это не важно. Всех люблю, всех обожаю. Давайте реагировать. Но благодарю, разумеется, в первую очередь, я людей, которые меня поддерживают на boosty.to/Судаков. Поэтому можете туда подписаться. Я как бы скажу спасибо. Шура, Антон Балютис, Илья Просин, Горш, Денис, Анастасия, Даниил, Динь и Фил. Вы готовы к песне «Горы»? Я готов. 3, 2, 1, поехали. Прям горы. Такое что-то как будто бы торжественное прям. Продолжаю орать с того, что это уже четвертый клип, который я смотрю с этого альбома. И они все выглядят хорошо, черт возьми. Прям хорошо. Очень приятно, что Джу все заработанные деньги, но не все, но изрядную часть тратит на клипы. Они играют в городки. В города. Ты другой не подходит. Неплохо. На что можно рассчитывать в песне Stray Kids, так это на рэпчик. Нет, рэпчик. Вот так лучше. В детстве у меня был подобный аттракцион, ну, на детской площадке, по которому так ползать нужно было. Там кошка подтягивается, вы не видите. Забавно. Почему-то у меня этой сцены, где они смотрят на город, возникли вайбы Робокопа. Вряд ли нет. Задумали их, кто их знает, конечно. Потому что в Робокопе была, насколько помню, такая сцена, там, где вот такой был макет Детройта, города, который как раз корпорация OCP собиралась перестраивать и сделать из него типа приличный город. А вот, до сих пор так не получилось ни у кого. Сюрприз, спойлер. И там как раз были такие миниатюрки. И вот, учитывая общую атмосферу достаточно мрачного клипа, может быть, черт возьми, и не просто так это. Хотя, кстати, я посмотрел бы, если бы какая-нибудь группа, кей-поп, неважно, сделали бы клип так вот, с яростной отсылкой на Робокопа, который прекраснейший фильм, кто не смотрел, очень советую первую часть. Вот, а клип, опять же, хороший, красивый, круто, повторю, что вот деньги выделяются прям вообще без вопросов. Вот какие пацаны вам нужны,
деньги, какие клипы нужны, такие сделаем. Вы отлично продаете, вы замечательно пишете музыку, вы крутые. Я предполагаю, что так примерно. Диалог состоит между Банчаном, Трирачи и Стрикиц и Джупом. Что хотите, то и сделаем. Ну, в рамках определенных, конечно, тем не менее. Вот уже четвертый клип, может быть, еще будет. Давайте еще раз песню послушаем, что бы и нет. Ну, песня такая торжественная. Наверное, не лучше с этого альбома. Точно не лучше, но приятная. Опять же, четыре песни я послышал. Все четыре песни совершенно разные. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, как дополнение к основной мелодии. Она очень ритмичная, такая кочевая песня. Такие довольные караулы смотрят на город свой, которым только что играли. Там, кстати, погодите, они вначале играли там белые башни против черных или как это было? Ну, понятно, Феликс тут налил немножечко водички, облака, дождь, все дела. Машина поехала, зажег. Короче, понятно, чуваки просто играли в SimCity. Ну, почему бы и нет в реальной жизни? Поиграли в SimCity. Ну что, товарищи, напишите, что вы думаете, как вам эта песня, понравилась, не понравилась, как клип, по-моему, прикольный. Вот, ну, в общем, Stray Kids разочаровывают крайне редко, чудовищно редко. По-моему, прям разочаровывать они меня ни разу не осмелились. Вот, не смогли, разумеется, не захотели. А просто бывает такое, что как не особо, а тут прям пока что все хорошо. Прям все четыре песни, ну, не огонь, но от хорошо до огонь. Как-то так. Все. Лайк, подписка, комментарий обязательно оставьте какой-нибудь, неважно, это все равно видео помогает. Даже лайк, дизлайк, это без разницы по большому счету, потому что все равно видео это помогает продвижению. Но если меня поддержите, конечно, на Boosty, это будет вообще прекрасно, потому что кто меня поддерживает на Boosty, это супер молодец. Того я люблю 5 раз, даже 10 раз больше, чем всех остальных. Вот, всем спасибо, всем пока.